Севприроднадзор выступил с инициативой обеспечить безопасность местных жителей и гостей города на обвалоопасных участках прибрежной зоны Черного моря. О подобном предложении, высказанном на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, рассказала глава ведомства Юлия Гаврилова на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Директор Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя пояснила, что обрушать береговые склоны необходимо на территориях несанкционированных, наиболее посещаемых пляжей в северной части нашего города. В сообщении она подчеркивает, к основным несанкционированным, наиболее посещаемым пляжам на территории города Севастополя и где возможно проведение работ по искусственному обрушению, относятся прибрежная зона севернее и южнее от пляжа села Андреевка на протяжении почти 2,5 километра, левый борт немецкой балки на протяжении порядка 500 метров, правый борт немецкой балки на протяжении террасированного склона. Участок территории на протяжении порядка 400-500 метров Матросского пляжа от гостиницы «Наш парус» в сторону мыса Маргапула. Юлия Гаврилова уточнила, что пляжи Царское село, Василий, береговая линия в районе судового товарищества «Парус» Вязовая роща не берутся в расчет, так как из-за застройки полосы у моря в этих районах нет доступа к оползневым участкам. Здесь Росприроднадзор будет осуществлять плановое инженерно-геологическое обследование.